Завтра решится, кто будет представлять Молдову на Евровидении. Победитель национального отбора будет выбран в эфире «Молдова-1» в режиме реального времени. Определится он по итогам голосования жюри и зрителей. Причем зрители впервые смогут голосовать бесплатно онлайн. Национальный финал тоже впервые будет ретранслироваться в 10 европейских странах. И посмотреть его могут около 10 миллионов зрителей. А еще одно новшество. Завтра в нашем финале выступят специальные гости. Теодор Андрей из Румынии, Бланка из Польши и группа Sudden Lights из Латвии. Все они будут представлять свои страны на Евровидении этого года в Ливерпуле. Итак, к нам в студии присоединилась моя коллега Дарья Капацина, глава делегации Eurovision Молдова, с которой мы поподробнее обсудим завтрашний финал. Итак, Даш, расскажи, пожалуйста, как финал будет проходить? Я правильно понимаю, что все представители будут уже в костюмах, то есть с готовыми номерами, и, в принципе, это будет вот финальное шоу, которое они готовы, да, представить? Да, завтра нас ждет большое шоу. Исполнители должны презентовать свои выступления вместе с хореографией и в сценических костюмах, как ты уже сказала. Состоялась жеребьевка, которая определила их порядок выступления в нашем финале. Песни участников должны звучать в живом исполнении вместе с бэк-вокалом. А вот музыкальное сопровождение должно быть записано на фонограмму. На сцену разрешается максимум 6 человек. Mm-hmm. 6 человек, да. Телерадио Молдова, конечно же, предоставила каждому участнику все условия для репетиции, для того, чтобы они смогли выступить на высоте. И голоса зрителей, и голоса публики распределят в соответствии 50 на 50. Давай про голоса поговорим немножко попозже. Вот сейчас хочется обсудить с тобой новинки этого сезона, да, можно так сказать. Вот впервые будет онлайн-голосование. Расскажи немножко об этом поподробнее, да, как в принципе, голоса зрителей теперь будут учитываться? Да, компания «Телерадио Молдова» представляет зрителям возможность бесплатно в режиме онлайн проголосовать за своего фаворита. Чтобы проголосовать, нужно в первую очередь перейти по ссылке или отсканировать QR-код, которые будут отображены на экране. После этого нужно зарегистрироваться с помощью мобильного номера, который зарегистрирован у операторов из Республики Молдова. Зрители получат на номер, с которым они зарегистрировались, код подтверждения. Этот код подтверждения они должны вводить на той же платформе. И так они смогут выбрать песню, которая им понравилась. С одного и того же номера телефона можно проголосовать только один раз и только за одного участника. И с введением вот этой онлайн-голосования у зрителей будет больше времени для того, чтобы проголосовать. То есть у них будет 35 минут уже. Так, а расскажи, пожалуйста, вообще, почему решили изменить вот эту процедуру зрительского голосования? Да, решение ввести вот эту доступную, бесплатную и инновационную процедуру, систему онлайн-голосования, было принято в пользу зрителей для того, чтобы способствовать широкому участию зрителей в выборе победителя национального отбора. В том же порядке телерадио Молдова, конечно же, усилило транспорт, транспарентность всего процесса голосования. Имея в виду то, что цены в последнее время чувствительно выросли, мы хотели принести приятную новость нашей аудитории, нашей публике в виде вот этого бесплатного голосования, зная, что они следят с интересом за конкурсом. И этот метод уже широко используется в западных странах.
Так, вот раз ты немножко забежала наперед про само голосование. Вот насколько я знаю, да, вот победитель будет выбран 50 на 50, да, голоса зрителей и голоса жюри. Расскажи, пожалуйста, как именно эти голоса начисляются? Члены жюри будут голосовать при помощи бюллетеней. Каждому конкуренту они будут присваивать от 1 до 12 баллов. Мы объявим завтра в 19:00 членов жюри и их количество. Для жюри не допускается присвоение одного и того же ранга двум разным песням. То есть песня, занявшая первое место, получит 12 баллов, второе 10 и так далее. После того, как закончится телевотинг, жюри сами объявят свои баллы для участников. Супер, спасибо тебе, Дарья, большое, что пришла. Будем следить обязательно.